Полетели на пожар, скорее всего, смотреть. Вот наш поселок Усть-Мая идет, а вон там дым от пожара. Мы даже не знаем, в сторону поселка ли идет пожар или нет. Вон там еще начинается у нас бензоправка, потом начинается вот он поселок весь. Вон, дым отсюда хорошо видно. Август месяц, прям ветреный. Последний месяц лета. Зато ни комаров, ни мошек. Так, друзья, все тот же август. Голубого неба уже нету, как видите. Все затянуто дымом от лесных пожаров. Ну вот так вот выглядит река, не видно того берега, все в дыму. Лодки практически не ездят, ничего не видно, чтоб не налететь на мель, на косу. Вот знакомый собрался воим. Сейчас ждет, чтобы немножко рассеялось. Тоже ехать не может. Наше красное солнышко. Да, вот на 13 августа вот такой вот вид с берега.